Всем огромнейший привет по вашим заявкам и письмам. Мы с вами у порога светофора. Находится он в Москве, улица Первомайская. Точный адрес внизу под видео. Заходим. Продолжаем с вами обзор по светофору, который находится в Москве, улица Первомайская. Ищем новинки и находим их. Смотрите, для рукоделия 300 метров, 162 рубля, джутовый шпагат двухниточный. Кстати, о птичках. Да, 162 рубля можно взять, потому что я сейчас плиту абажур, а потом еще что-нибудь начну плести или корзинки, и мне понадобится шпагат джутовый. Это точно. Он стоит вот такой на Яндекс.Маркете или на Валберес по 400, по 300, по 500, ну, в зависимости от толщины, от длины, но никак не 162 рубля. Горшок для цветов, диаметр 23, 4 литра с поддоном, 115 рублей, поддон и сам горшок. Да, главное не забыть поддон. Почему-то... А, нет, это поддон. Вот поддон. Почему-то белый, может быть, были белые горшки. Сейчас их нет, а поддоны остались. Вот так будет смотреться. Так, что-то пошло не так. 115, короче. Ну и все, я ушла в закуток. Смотрим. У меня сегодня какой-то самый большой, мне кажется, улов за всю историю моих поездок в светофор. Потому что тут и лавочка, которую я долго искала. Ну, джут — это ерунда, шпагат джутовый. Хотя, смотрите, какой классный для рукодельниц, кто плетет макраме или корзинки, коврики всякие. Потом халат все-таки решила взять, потому что и размер, и цвет. И вообще пришло время, как говорится. Потом три баночки вот таких. Дальше для дачного туалета порошки. Салат. Две упаковки. Ну, распродажа была, так зазывали, потому что невозможно было не взять. Потом я взяла масло. Посмотрим. Топленое, ну, в кавычках. Затем сахарная, в сахарной пудре клюква. Лангустины, креветки лангустины и кольца кальмара. А это не дешево, между прочим. Но в других магазинах такие коробки еще дороже. Поэтому посмотрим, какая будет сумма. Я надеюсь, что у меня глаза на лоб не полезут на кассе. Смогу расплатиться, надеюсь. Ну, посмотрим. Салат. У меня и попугаи едят, и мы едим. И, конечно же, хамелеон тоже, кстати, грызет салат. Я ему привязываю листочки, и он их хватает, ест с удовольствием. Нравится. Смотрите, что делается. Органайзер для хранения. Классик, 24 литра, волок, вырубные ручки, 255. Вот это да. Жалко, что такой темный цвет. Светофор не перестает удивлять. Такая нашивочка, как handmade. Да. Большой, объемный, коробка из вторичного сырья, полиэфирное волокно. Прям даже не знаю, ну... Темновато. Вдруг будут серого еще цвета. Вот их возьму, а эти что-то темные. И опять чуть было не прошла. В самом углу тут какая-то интересная. Модульные коврики. Смотрите, видите, они с разными тут фактурами. Какие-то выпуклые, какие-то вот как лабиринты. Что здесь пишут? Ой, они пахнут. Модульные коврики комфорт. Подарок в каждой коробке. Разных цветов привлекательных. Ну вот все, что здесь изображено. 250 на 250, 6 модулей, Россия, пластфактор, Ростовская область, всего Крым. Так, модульные. А для чего они? Мне кажется, это детям развиваться, вот, ходить по ним. Профилактика плоскостопия, укрепление мышц, массаж ступней. Вот, давайте мой любимый цвет. Видите, здесь какая штучка? Да, это массаж. И развитие. И цену я тоже нашла. 888 рублей. 6 модулей. И в подарочной коробочке. Но единственное, что они пахнут. Не знаю, вот пахнут или резиной, или пластиком. Да, занятия спортом, развитие развлечения. Выветрится ли, неизвестно. Кроме того, алмазная мозаика. Вот кто ждал, 254 рубля. 30 на 40. Конструкция, лоток для страз, стилус. Вот так, снимите прозрачную пленку с канвы. Лев на причале. Так, на причале. Это у нас весна в Париже.
Еще там на причале. Счастливый город. На причале. Так, опять счастливый город. И Эйфелева башня, которую я вам показывала. Вот и все варианты. 254 рубля. Ну, конечно, тоже Китай. Канва из ткани. 23 разных цвета. Так, и хотела посмотреть сами кристаллики, какие круглые. Похоже на круглые. Похоже, что круглые. Но ничего не видно. Там все запаяно. Не будем нарушать упаковку. Канва с нанесенным рисунком. Инструкция, лоток для страз, стилус, сухой клей, пинцет, круглые стразы, я так поняла. И самое главное, что видите, сплошная выкладка. То есть это не, это сложная довольно выкладка. Можно сказать, для новичков, но продвинутых. Для профессионалов. А по поводу коврика, оказывается, здесь есть инструкция, да, вот для детей. Развитие упражнений валяшка, юла, скручивание, старт. Здесь много чего. Подходит для всей семьи, высокого качества. Большие, маленькие модули. Так что вот так. Подходит для детей и взрослых. Повышает эффективность занятий физкультурой, фитнесом, снимает усталость, заряжает энергией. Ну вот смотрите, я, честно говоря, боялась, что будет все намного больше, намного дороже. Три огромных пакета. Вот полностью. И еще скамья. В общем, 6279. Но в других магазинах такая скамья одна полчека потянет. Поэтому я считаю, что очень удачно. Самый дорогой товар 1847, это скамья. А самый дешевый пакет майка 756. Называется вот это чудо «Морская звезда». Продукт готов к употреблению. Продается в Светофоре. Это новинка. Ассорти рыбное холодного копчения. Филе кусочки горбуши, скумбрии, кальмара и сельди. Нарезка. Город ковров. О, так там дальше кусочки продолжаются. Просто замечательные. Кальмар вкусный, в меру соленое. Мясо скумбрии, можно сказать, тает во рту. Селедка тоже вкусная. И мне очень нравится, что все эти кусочки с кожей. И еще большой плюс, что косточки не попадаются. Набор супер классный, мне понравился. 5 баллов из 5 рекомендую к покупке. Давайте откроем, посмотрим, что за креветки лангустины в Светофоре мне попались. Пусть вас не смущает красный цвет. Аргентинские именно вот такого цвета, но они сырые, просто замороженные, все. Практически без глазури. Для начала лангустины разморозим. Вот здесь нужно разрезать панцирь. И достать кишечник. Для варки лангустинов мне понадобится один лавровый лист и немного перца горошком, а также соль. А для маринада, для того, чтобы пожарить лангустинов, возьму столовую ложку растительного масла, желательно оливковое, рафинированное. И можно взять измельченный чеснок, ну или сушеный чеснок. И выдавим немножечко, ну, столовую ложку лимона. И в продолжении видео сегодня у нас с вами будет необычное тестирование. Будем тестировать заказ с сайта «Фермерское мясо». Полный ассортимент, а также стоимость, описание, все характеристики вы можете посмотреть по ссылкам внизу под видео. Я оставлю обязательно ссылку и на YouTube-канал «Фермерского мяса», а также на сайт. Сразу говорю, что доставка у них бесплатная. Рано утром мясо разрубают. В тот же день доставка клиенту, то есть мясо не замораживается, оно только охлаждается и оно привозится самое, что ни на есть свежее, фермерское мясо. Вот в таких коробках. В коробке помещается приблизительно 10 килограммов. Цена на сайте указана за килограмм мяса и наборы абсолютно разные. Свинина, телятина, а также баранина. Есть как и бескостное мясо, так и различные наборы. Допустим, набор для шашлыка, набор для пикника. В общем, самые разные наборы. Вот давайте посмотрим направо. Курочка фермерская, но об этом позже. Также фарш и различные, вот посмотрите, уже готовые вкусности, деликатесы. Это тушенка, ну об этом позже. Вначале посмотрим на мясо. Огромнейшая коробка, вот такая тяжелая. На сайте вы можете выбирать любой ассортимент.
Я выбрала два в одном. Как бы получается свинина. Во-первых, бескостная она называется. И вторая часть у меня этой коробочки – это телятина. Притом это молодые бычки до года. Тазобедренная часть, шея, а также лопатка. Никаких костей, я уже посмотрела, проверила, нет. Сплошная мякоть. И притом мясо охлажденное. В принципе, я посмотрела, все в морозилку должно поместиться. И получается, вот этого мяса хватит по большому счету практически на месяц. Это на семью до 4 человек. Ну и в принципе, все должно влезть как раз в морозилку. И слева вы видите бескостная свинина. Вот давайте я так подниму. Здесь тоже, смотрите, какие части. Карбонат, окорок. Лопатка, все мясо маложирное, как видите, и без кожи. Вот еще самое основное, что все кусочки без кожи. Годится и для первого блюда, и для второго. Можно сделать отбивные, плов, гуляш, буженину, стейк, шашлык, все что угодно. Вот, для всех блюд подойдет. Мясо действительно свежее, в общем, убираю. Давайте посмотрим дальше. Я выбрала еще набор для ознакомления. Он называется «Пробный набор». Также есть еще набор для пикника, побольше наборы, поменьше. Можно отдельно колбасы заказать. Но, в общем, огромный-огромный ассортимент именно фермерской продукции. Во-первых, смотрите, какая курочка выращенная без химикатов. Вот она, огромная. Вес приблизительно на 3,5 килограмма она потянет. На зерновом откорме отличаются от тех, которые продаются в обычных магазинах. Это мы с вами знаем. Фарш у меня уже растаял. Курица и фарш, они поставляются в замороженном уже виде. И можно хранить долго, сразу брать в морозилку. Можно разморозить. Но я фарш разморозила, потому что сейчас буду делать из него котлетки вкусные. И курицу потом тоже буду использовать, тоже ее разморозила. Что еще мне понравилось? Во-первых, вся продукция проходит сертификацию, поэтому можно быть уверенными в качестве. Очень понравилось, что доставка бесплатная. Это, конечно, подкупает. И доставка не просто до подъезда, а до квартиры. Широкий охват. Не только Москва и область, но и Нижегородская область, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Владимирская область, а также Ивановская область. И уточнить, входит ли ваш адрес в зону доставки, конечно, можно всегда на сайте. Еще мне понравилось, что оплата только при получении. То есть, если что-то вас смутило, что-то не понравилось, всегда можно отказаться. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что сейчас в магазинах очень сложно найти качественные продукты, чтобы они еще были не вредны для здоровья. Поэтому вся надежда на фермерские хозяйства. Надеюсь, что я нашла такое фермерское хозяйство, и сейчас мы с вами будем дегустировать. Вот эту колбасу, я вам скажу по секрету, я уже попробовала. Называется колбаса ветчинная, вес 900 граммов. И давайте посмотрим состав. Как мы уже привыкли, на первом месте свинина, вода, соль, сахар, молочный белок, кориандр, перец черный, орех мускатный, чеснок, перец красный. Все, больше здесь ничего нет. И вся продукция сертифицирована и проходит контроль. Как я уже вам сказала, посмотрите, какая аппетитная у нее оболочка. Сверху полиэтилен, вакуум. И давайте отрежем. Вообще большой, смотрите, какой батончик. И посмотрите, вот такая она в разрезе. Поскольку ветчинная, видите, здесь несколько видов мяса, конкретно свинина, потемнее, посветлее и жирок. Оболочка вот эта, по-моему, несъедобная, по крайней мере, я ее снимала, но она тяжело снимается. Пробуем. Поскольку ветчинная колбаса, натуральная колбаса, попадаются хрящики, сразу скажу, не хрящики, но там такие включения. Но на то она и натуральная колбаса, но вообще очень вкусная. В меру соленая, в меру добавлены вот эти все приправы. Вкусная колбаса краковская. Свинина, телятина, шпик, соль, чеснок, свежий сахар, перец белый молотый, перец душистый молотый. В вакуумной упаковке. О, какая красота! Веревочка. Пахнет. Вот уже на срезе, розовенькая. Давайте ее разломаем. Чесночком как пахнет. Какая вкусная. Мне кажется, с борщом вообще объедение. Ну вот они, кружочки. Тоже видно, что натуральное мясо, никакой тут сои нет. Все, вот оно, натурпродукт.
Обалденная колбаса, как будто бы я в деревне побывала. Видны вкрапления черного перца молотого. И она такая остренькая, с чесночком, офигительная. Вот это краковская, так краковская. В магазине, мне кажется, такую не найти сейчас уже. Будем искать, но не найдем. Буженина. 800 граммов в упаковке. Упаковка в вакууме. Тазобедренная часть. Свиной полутуши. Вода, соль, сахар, паприка. Сладкая, перец черный, мускатный орех, чеснок. Оболочка, сетка. Достала из вакуума. И там уже сок пошел. Тоже, смотрите-ка. Мне кажется, это уже такой забытый вкус натуральных продуктов, настоящих. Настолько мы привыкли к магазинам вот этим вот непонятно чему. Смотрите, что просто не верится, что такое еще можно где-то купить и съесть. Мне кажется, такое только делают вот хозяюшки-умелицы в домашних хозяйствах. Ну, еще фермерские хозяйства выручают. Смотрите, какая красота. Сочная, мягкая. Все, пробую на вкус. Буженина обалденная. Посмотрите, это просто мясо. И немножечко вкус даже подкопченая, что ли она, не знаю, мне так показалось. Специи, соли здесь всего в меру. Вкусно, натурально, но вообще просто какой-то праздник. Значит, мои впечатления. Ветчинная колбаса самая такая простая на вкус. Незамысловатая, но натуральная. Затем краковская с чесночком, с перчиком, остренькая. Отлично подойдет к первым блюдам, ну и вообще, как закуска, просто класс. А как она ломается пополам. И буженина. Буженина самая такая интересная по вкусу, потому что у нее вкус немножко подкопченый. Тоже со специями, но она нежная, сочная. Прямо вот, посмотрите, какая. Ну, в общем, заказом я довольна. Давайте посмотрим, что за тушенка. Тушенка первая из свинины, а вторая баночка из телятины. Без ГМО написано, 100% мяса. Пахнет свининой, такой тушеной. Сверху обязательно должен быть слой тоненький жира белого. Вот, все так и есть. А дальше куски мяса. Конечно же, попробуем, посмотрим. О, какие. Ну, здесь уже все легко посмотреть, потому что банки прозрачные. И желе, все тут есть, все как в лучших традициях. Снизу мы видим лист лавровый и также перчик. Мои фавориты из всего этого набора, это, конечно, краковская, потому что обалденный вкус с чесночком. Самая настоящая краковская, вот так мне показалось. И, конечно же, буженина. Вот и все. Обязательно вам оставлю ссылки под видео. Заходите, выбирайте. Самое главное, что доставка бесплатная. Да, и совсем забыла вам сказать, что каждому моему подписчику, кто будет делать заказ на этом сайте и внесет специальный промокод, который называется TipTopTV, тому полагается подарок к заказу. И каким образом мы с вами можем проверить фарш, вкусный он или нет? Конечно же, только лишь приготовив котлетки, например, из этого фарша. Я приготовила, смотрите, какие штучки. Секретом. Посмотрите, какая у них начинка. Вареное яйцо и сыр натертый на терке. Вот и попробуем сейчас фарш. Белый хлеб я не добавляла для смягчения. Овсяные хлопья замачиваю в молоке и добавляю в фарш. Совсем чуть-чуть нужно, немного. Это все вместо белого хлеба. И вкусно, и полезно. И яйцо в фарш я вообще перестала добавлять, потому что и так котлетки держат свою форму. Ну что, пробуем. Никаких жилок, ничего, никаких хрящиков, ничего не попадается. Фарш однородный, вкусный. Свиные котлетки вообще просто блеск. Так что вот так. Все мы с вами протестировали. И вот мой завтрак, пожалуйста. Встал утром, думаю, что же такого вкусненького съесть. Буженина. Практически без жира. Посмотрите, какие кусочки. Потом нарезала авокадо, сбрызнула лимончиком и руккола. Вот и все. Энергия, заряд, сила. Вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, а также было интересно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал TipTopTV. Присоединяйтесь ко мне в Телеграме. Все ссылки вы найдете внизу, а также в Яндекс.Цен, потому что у меня там статьи краткие, много-много фотографий, удобный формат для того, чтобы смотреть в транспорте без звука.